Так, вроде пишет. Все, значит, сейчас мы будем заниматься бридж. Вот. Вот что я подготовил вам. Читать. Все знали. Это из энциклопедии все данные. А это ссылка запуска. Такий бридж. Всемирный сервер. Там масса народу. Вот. Исполнил ссылку запуска. Ну, это бридж медаль. Чемпионов. Чемпионов мира. Ну, это по шахматам, да. Россия, русская тройка, король, Россия. Века. Москва, Крым, Раша, ВСВС, Зулов. Вот. Россия против всего остального мира. Сборная команда. Против сборной всего мира. Да, это тоже. Челленджер. Ну, это наши талисманы. Бридж, кубок России. Гагарин. Свято. Шахматы. Москва. Роза. Клуб. Клуб Россия. Центральный шахматы. Может, мы вернемся. Так. Ну что, сейчас, короче, поиграем. Вот. Так. Снова. Так, вот, интересная задача. Большая сила. 7-14. 20-24 пункта в руке. Так, 7-14. 17-21 пункта в руке. В общем, берем ее, хорошая. Так, партнер пас. Оппоненты 2 пики. Оппоненты 2 пики, это мажорный полублок, я так понимаю, это значит сила 2-3-8-11 от 6 пиков. Вот наше возможное время. Это не силовой аккаунт, она партнеру покажет, что у нас есть сила от 16, но это не совсем точно будет. Пойти 3 трефа. Значит, как бы показать, что у нас сила или иная трефа. Так, есть еще третий заряд. Если это будет ненатуральная зарядка, она будет партнером алертироваться, и он должен бить до трех дисковери. Вот. Потому что это такая система. То есть он должен добить до трех дисковери. То есть я показываю свою зарядку, что у меня партнер, у меня вообще пики зарядки не. Так. Ну теперь, значит, спросим о тузах. Да, играть можно 6 треев. Играть можно 3 без кода, можно играть
все уже зависит от высоты контракта. Но пока мы еще не знаем, если... Потому что если в черве вообще ничего нет, то... Ответы по степеням 0,3, 1,4, 2. Вот это значит первая ступень 0,3. Так, ну я так думаю, что все-таки тут черву есть. Сейчас покажут на втором, у нас на втором ступени, да? Вот, ну ладно, давайте сыграем 6 без кода. Так. Значит, это вот карты нашего партнера. У него 6, 8, 9 пунктов. Неплохо. Неплохо. Так, пиковая атака принимаемая. Да, давайте посчитаем, что быстрые взятки. Как играть бридж? Считаем быстрые взятки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь быстрых взяток. Мы играем контракт 6. То есть нам нужно за 12 взяток. Где-то нужно еще найти 5 взяток. Найти их можно. То есть если разработать треху. В бубне. И импас короля червей. Вот это все возможные варианты. Значит, еще где-то надо искать 5 взяток. Подберем королем. Так. Ну что-то импас червей мне не нравится, потому что тут же мы все... Жесткую ситуацию такую все. Давайте посмотрим. Да, и даму треф импасит тоже. Давайте посмотрим, значит, их 8 треф, у оппонентов их 5. Если 5-0, если 5-0, то, конечно, вообще все плохо для нас, отлично. Вот. Попробуем сыграть вот так, сверху. Так. Ушло 12. Вот этим ходом мы забираем аналоги. Так, ну с учетом. Так как считаем они не перспективными. Пусть так. Поддержка всему. Так, считаем, сколько ушло. Значит. Так. Две бубны. Там еще. Бубны есть. Эти, то собираем, собираем 4 взятки в бубне. 4 взятки в бубне, 4 куда сюда. Опа. Так. Что немножко не лежит кост, значит, моментов было тоже лежал первый бубен, сейчас он лежит уже третьим, то есть два круга, то есть мы его забрать не можем. Сейчас повторим. Сейчас мы его заберем. Вот. Но здесь старше наша семерка. То есть стальки вообще. Да, и ушел. Валет черви. Валет.
Сигнала от панели. Нет, он же... Нет, нет, нет. Какая-то черва. Все просто ясно. Мы берем, черву добираем. Так, черва не осталось ни у кого. Значит, все. Король выброшен. Идем. И входим в пику. Все. Так, сейчас на следующую. Well done. Так, следующую. Да, но... Значит, так, оппоненты пошли уже. Но в данном случае оппоненты уже что-то сказали. И наши пас вступить в торговлю, что у нас оппоненты дружно лезут в чай. Так, три черва. Что мы можем сказать? Есть опасность? Не нужно. День. Теперь наша задача просто пытаться этот день посадить. Вот. И теперь, значит, мы смотрим. Выноса потери с руки по бубну. И валет. Ага, значит. Так, ну раз у партнера король жрец, входим. Здесь дают ходу. Еще черма. Ну, ход, потому что вот про бы наша. И на, еще была бы наша. Вынесем. Будет просто убиты козырями. Взяток. Говорил.
пике. Там еще на если было заход. Ну вот сейчас мы скажем три пики, мы как бы удлиним свою мазь на одну, не от пятерки, а от шестерки. Партнер, то, что мы нашли пиковый фит, это понятно, какие мы нашли фит. Так, он поднимает до четырех, значит какая-то надвижка у него есть, но потом пойдет. Значит так, у него поднимается. То есть мы подложили, то есть пас усиление. У нас это короля на линии лежачим, то у них специальный порядок на куза червей, это отдача, еще отлично, то есть мы уже 10 взяток не возьмем. То есть мы два раза пойдем в пику, и они вложат в каждую взятку по два онера, и мы тогда так наша. На стол. Какого козыря? Не купить. Есть. Выбиваем его валетом. Пока что. Так. Три. Они лежат в разных руках, то просто сейчас мы ходим в любое, у нас ряд 4, 5, 6, 4, это будет, здесь, то мы второй в одной, это будет, оппонентов будет 4, вот, это вот, КД вчера валит газ, приховывает туз бубнова, тут переизбыток взяток. Первого. Вот тут был трехом. Это, ну, это трех было. Четыре взятки сразу отдали человек. Остальное. Сейчас я эту лекцию запишу.
посмотрю, сколько она весит. Как там это? Это чисто такие технические вопросы. Ну все, всем удачи, счастливо.